Kolega Czernowa o tym. Я надеюсь, сегодня получше будет. У нас хорошее настроение. А в прошлый раз? А? В прошлый раз что, плохое было? Ну это. Слушай. Оператору. Вот тут слева камера у нас стоит. Мы очень опасаемся за то, что локтем можно ее повредить, там, пяткой. А Леха был доволен. Ну, я и сейчас доволен, в принципе. Сейчас вообще был. Металл, блин. Главное, что вода есть свежая и пивка сейчас поэтому возьму. Вот это вот самое главное. Мы сейчас дальше поедем снимать. А что у вас сегодня? Мы сегодня для себя будем снимать. Мы, у нас Денисом же свой еще проект. А-а-а. Нам нужно ночную Москву немного поснимать. Ну это снимать лучше летом, потому что... Да, блин, ну лета-то нету. Сколько нам ждать до лета? Полгода, что ли? Почему полгода? 2 месяца, и все, и будет тепло. А вот неизвестно, в прошлом году, помнишь, как было? До мая, по-моему, был такой дубак. Ну да, и в июне дубак был. Мы играли на Дне молодежи, чуть там вообще, короче, яичек не лишили своих Фаберже. Да. Про что расскажешь? Про то, как мы играли на жаре в июне. В конце июня была такая жара, что я
Ну просто да, там полный, клубни вот так вот сжались, и мы там пытались себя строить, там каких-то разбитных парней. Маленькое лирическое отступление. Сегодня здесь, в зале, присутствует мой родственник, мой дядя Вячеслав. Давайте аплодисменты, а потом я скажу, почему это так здорово. Аплодисменты Вячеславу. В общем, дядя Слава когда-то, когда было не так все просто, чтобы играть музыку, вот, и, ну, люди испытывали определенные сложности, вот. Дядя Слава фигачил в рок-группе, и за это огромный ему респект, вот, у нас династия продолжается музыкально. Очень много ребят знакомых, прям есть люди в зале, которых я не видел 10-12 лет. Огромное спасибо, что вы пришли, это очень круто. Как концерт-то? Концерт отличный, я считаю, вообще. Очень даже удивились, то, что вот так много народу как бы пришло. Ну, я как бы предполагал, что в связи с тем, что вход бесплатный, да, там, ну, будет как бы прилично народу, но что вот прям полный зал и как бы... Не знаю, и как нас публика, в принципе, восприняла тот материал, который мы сегодня играли. Не знаю, прям вот была вот отдача, очень, ну, нечасто вот такое именно вот происходит. Для музыкантов, блядь, это вот самое главное. Похер там, как, ну, на сцене, там, в зале, да, главное, чтобы вот отдача была. А если отдача есть, значит, как бы все правильно делаем, и значит, и звук там тоже, в принципе, норм. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, вообще, как бы, норм. Мощно было, мощно. Вот. Учитывая, что у нас опять саундчек был 5,5 минут. Вот. Да. Звукач, кстати, молодец здесь. Прям вот, мне кажется, что прям вот по ходу дела звук отстроил правильно. Я вот из своей практики знаю, вот почему-то, не знаю, с чем это связано, чем хуже саундчек, чем хуже звук, чем вообще экстремальнее все вокруг, тем лучше концерт почему-то получается. Стихами заговорил. Да? Да. Чем хуже чек, чем хуже звук, что там дальше? Чем экстремальнее все вокруг. Чем экстремальнее все вокруг, да, нифига, нормально. Да-да-да. Да нет, ну как бы раз-раз не приходится, все зависит еще от внутреннего настроя. Не знаю, сегодня мы как-то вот прям были настроены вжарить вот как следует. Ну, в принципе... Вжарили. Я надеюсь, что так и получилось, так и сделали. Thank you.
зрители. Вот. А бывает, конечно, когда вот зал наполовину какой-то там не наполненный, где-то там кто-то на столиках сидит, да, и ты не можешь их, скажем так, к сцене, вот как-то они не подходят, не можешь их завести, да, и, соответственно, отдачи нет. Извиняюсь. Нормально. Вот. Вода. Соответственно, и само даже качество игры получается хуже, потому что ты стоишь такой и думаешь, ну, блин, ну, как на репе такой. Нет, сегодня вообще отлично было. Нормально. Да. Тебе-то как? Твои впечатления вообще? Вообще жесть. То есть, ну, как бы звук там... Да я не сомневался, на самом деле. Как бы энергия в зал шла или нет? Конечно. Да? Я говорю, выкидывали вообще. Ну, с вашей музыкой, то, что слышал на записях, я не сомневался, что будет на сцене все хорошо, потому что это музыка. Если уже записали так ее. Я говорил тебе, что все продумано. Все твои партии гитарные, все барабанные партии. Все так, все как это, надо. Все это в муках. Да, все так, как надо. В муках, прям просто в спорах, в муках рождается на студии. Поэтому мы, вот, как Игорь сказал, да, трек выпускаем один раз в смену поколения. Да. Вот как раз у нас за три года игры вот в этом составе группы Дахака мы выпустили три трека. Вот, я тоже подолгу бывает сижу над треком. То есть, блин, да, вот как-то в принципе трек ты придумал, отрепал его, да, то есть аранжировки вроде продумал, приезжаешь на студию, записываешь и понимаешь, что пиздец, вообще пиздец. Чего-то не хватает, что-то немного, много чего, да. А еще потом тратится время очень много на сведения, да. Ну, о, да, это есть очень важно, передать звук. Поэтому и трек в поколение. Один трек, да, в поколение. Да я также, на самом деле, сколько, я не помню. На альбом. Так заебись, там вот все подходят просто, говорят, о, чувак, там, ой, с другой стороны, а, да, 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 с этой, о, здорово, здесь так заебись, а сейчас стоишь, водичку пьешь, отлично.